я рисую в стиле реализм, фотореализм. Мне нравится переносить на стены, на холсты просто портреты людей. Мне нравится передавать эмоции, мне нравится передавать взгляд. Как будто этот человек с тобой разговаривает. Родом я с маленького шахтерского городка. У меня мама работала на шахте, отец тоже работал на шахте. Первые мои рисунки были в 9 классе, это во сколько, в 15 лет. До сих пор помню это ощущение, первый раз, когда я пшикнул, и до сих пор это этим живу. Иногда случается такое, что ты кого-то фотографируешь, потом это переносишь на стену, либо на холст, и тебе говорят, не так похоже. Но я же не ксерокс, чтобы делать копию. Это же художественная работа, это искусство. Это как раз первый фасад из серии о детстве. Когда родилась идея о детстве, самолетики была первая мысль. Я в детстве любил делать эти самолетики, запускать их. Мне кажется, так сейчас очень скучно. Сидеть в четырех стенах и переписываться со своим другом, который живет в соседней квартире, рассказывать о том, что чувак, я там покушал или еще что-то там. Я надеюсь, что современные дети, увидев этот фасад, этот рисунок, наверное, тоже захотели пустить самолетики. Там прыгали на классиках, там, играли там в мяч, катались на велосипеде. Чтобы забили, может, на интернет или на компьютеры, на все эти игрушки. И чтобы там люди более взрослого поколения, проходя мимо фасада, увидели этот рисунок, остановились, вспомнили и улыбнулись. Чтобы у них какое-то приятное ощущение с детством всплыло. Я, когда заканчиваю работу, результатом доволен, наверное, первые несколько дней. Проходит неделя, смотрю и понимаю, можно и посильнее сделать. Это меня постоянно подстегивает, и, может быть, это и есть такой вот мой ключ. Рисовать-то я не умею. Просто вот огромнейшее мое желание делать каждый раз круче, чем предыдущий. Хочется рисовать все и везде. И это дает мне возможность развиваться, и я уверен, что мои лучшие работы еще впереди.